Представители блокчейн-компаний Кэша, Ripple и Stellar присоединятся к делегатам MoneyGram и RIA, которые посетят Всемирный саммит денежных переводов GMTS в Дубае. Это самая именитая конференция в отрасли денежных переводов и место, где лидеры индустрии трансграничных платежей собираются для изучения сфер деятельности, которые оказывают наибольшее влияние на индустрию денежных переводов. Приглашенные спикеры обсудят потенциал технологии блокчейн впервые на саммите GMTS, в то время как решения Ripple и Stellar ориентированы на крупные банки и могут быть альтернативой переводам SWIFT. Проект Кэша работает над решением проблемы отправки денег отдельным лицам. Компанию Кэша основал в 2016 году Кумар Гаурав с целью продемонстрировать мощь технологии блокчейн на практике. Напомним, что глобальные денежные переводы являются одним из основных международных финансовых ресурсов и основным источником доходов для беднейших стран мира. В прошлом году официальные денежные переводы выросли до 450 миллиардов долларов США в развивающихся странах и составили 596 миллиардов долларов США в глобальном масштабе, включая потоки в страны с высокими доходами.